Добрый день, Китежата! На улице прекрасная погода. Выходите на прогулку в парк и в лес и собирайте природные материалы. Смотрите, какие красивые шишки я собрала в лесу. Готовьтесь к сегодняшнему мастер-классу, но и запасайте природные материалы на весь год, потому что в этом году, особенно перед Новым годом, мы будем делать очень интересные поделки своими руками.